Ну вот, все и вытащил из погреба. Сегодня у нас 15 апреля. Вот семенная картошка. Вон сколько добра, блин. Моркови, свекла, репы, редьки, сельдерея корневого. Вот сколько экологически чистых продуктов. Выращены без химии. Вот такие запасы. Надо картошку гервизировать в ящике с опилками, с торфом, там с перегноем, чтобы уже как высадить, чтобы раннюю получить. А часть, да, обычным способом. Обработать надо там природными препаратами от бактерий, от грибков, от всяких, от патогенов. Вот такое добро. Здесь, наверное, не видно будет. Да, здесь не видно. Ну ладно. Всем до скорых встреч, до свидания, пока.